Давай назовем интервью. Что ты думаешь об этом, об успехе нашего предприятия? Будем надеяться на лучшее, но есть варианты, потому что грунт довольно тяжелый, много мусора, все насыпное, а когда насыпное, не родное, получается так, как получается. Ну, в общем-то, ничего нового, все по-старому. Партия сказала надо, комсомол ответил есть, да? В лице Димки сказала партия, Родина в опасности, посылаем самых лучших своих орлов. Да, и мы, как всегда, харкая кровью, блин. Да, влекли нас на очередную амбразу. Все ясно. Ну-ка, пейзажик небольшой. Дамба. Водохранилище Рижского ГЭС. Вот там вот сброс, сама электростанция. Ну, здесь пошла дорога на какой-то частный поселок. Отсюда торпеда должна вылезти. Ну, в общем-то, ничего нового, все как всегда. Только единственное, по дороге будут попадаться камни. Но я надеюсь, что эта торпеда такие мелочи пробьет. Пока все.